За последние 10 лет в Китае заработало более 20 зон свободной торговли. Первая из них открылась в Шанхае в 2013-м. А спустя год руководство Поднебесной взяло курс на углубление реформ, благодаря которым скорость создания новых льготных зон значительно выросла. Сегодня они действуют уже в 22 провинциях страны. Эти территории с упрощенными правилами товарооборота занимают менее 0,5% от площади Китая, но на них приходится почти пятая часть зарубежных инвестиций в стране. Так, за первую половину прошлого года вложения иностранного капитала в высокотехнологичные отрасли в китайских зонах свободной торговли выросли на 21%. Главная причина такого экономического успеха – всеобъемлющие реформы правительства КНР и политические принципы, стимулирующие открытость и инновации. Например, в 2018 году по указанию руководства страны в зоне свободной торговли Гуандун создали инновационную фьючерсную биржу. Особое внимание уделили продуктам, связанным с экологичным и устойчивым развитием. Тогда же Госсовет КНР предложил всем зонам свободной торговли усовершенствовать таможенные службы, чтобы нарастить объем международных финансовых услуг. А в порту свободной торговли на острове Хайнань создали биржу интеллектуальной собственности и национальный центр блокчейн-технологий и промышленных инноваций. В результате иностранные инвестиции в зоны свободной торговли КНР составили почти 130 миллиардов юаней за последние 10 лет.